Одной из центральных тем конкурса стал год театра. Нотная тетрадь, старинные книги, музыкальные инструменты. Финальные работы участники выполняли прямо на глазах жюри. В этом году в его состав вошли не только оренбургские художники. Возглавил комиссию вице-президент Союза дизайнеров России Юрий Мечниц. Я, прежде всего, увидел очень увлеченные, очень переживающие как бы лица. И меня, как художника, это не могло не порадовать, потому что, конечно, заниматься искусством без внутреннего порыва, без вдохновения, без куража, любым искусством невозможно. И я вчера увидел в глазах этот блеск и понял, что девчонки и ребята с удовольствием этим занимаются. В детских школах искусства Оренбуржья занимаются более 19 тысяч ребят. Из них 8 тысяч выбрали для себя именно изобразительные искусство. Я очень долго искала свое призвание, и однажды мама рассказала мне про художественную школу. Я пришла. Мне было очень страшно, но когда я пришла, я была в восторге, и мне понравилось, и до сих пор я занимаюсь. В этом году гран-при детской палитры младшая группа увозит в Медногорск. А среди старших художников лучшими стали ученики из ГАИ и Оренбурга. Отметим, что в рамках конкурса традиционно проходит и выставка самых ярких работ. Сейчас в художественном колледже представлены картины оренбургских и сарактажских художников.